Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Соль и перчик». Сегодня предлагаю вам приготовить замечательные, сочные, ароматные, неимоверно вкусные и в то же время, можно сказать, диетические зразы из индейки. У нас грудка индейки, я ее перекрутила через крупные фракции мясорубки, подготовила лук, хлебушек добавлять не буду, нам еще понадобится 3 зубчика чеснока и 2 яйца, естественно, соль и перчик. Давайте замесим фарш. Фарш я прокручивала вот через такую насадку, показываю, довольно-таки крупная. Добавляю лучок. Я лук делаю на дуршлаг, чтобы лишняя влага стекла, она нам не нужна. Но не выливаю, если вдруг густой фарш, будем разбавлять. Сразу добавлю чесночок наш. Добавляю 2 яйца. Соль и перчик. Фаршировать будем грибами. Грибы у нас жарятся. Нам нужно хорошо отбить фарш. Смотрите, фарш стал более густой, равномерный. Примерно вот такого вида у нас будут зразы. Сейчас будем их раскидывать. Немножко охладим. Начинять будем зразы грибами. Фарш мы раскидали. Он поставил в холодильнике немножко. Он сейчас холодненький. Берем на ладошке. Раздвигаем по ладошке фарш. Ложим нашу начиночку грибы. И заворачиваем. Руки обязательно смачивайте водичкой, чтобы фарш не прилипал к рукам. И ложим подготовленные панировочные сухарики. Сухарики тоже делаем сами из белого хлебушка. Так, показываю еще раз. Заправляем. Обсыпаем сухариками. Смотрите, какие они красивые получаются. Приступаем к жарке наших красивых зраз. Масло накалилось, оно кипит не сильно. Жарим зразы. Масла должно быть много. Подготовьте тарелку с салфеткой, когда пожарите, чтобы лишний жир уходил. Мы их пожарили. Посмотрите, какие они красивые получаются. Я их выкладываю на салфетку, чтобы ушел лишний жир. Зразы мы наши приготовили. Посмотрите, какие они красивые, ароматные, необыкновенно сочные. Так что предлагаю приготовить. Попробуйте, это очень вкусно. Посмотрите, начинка, грибы. Пахнет неимоверно вкусно. Жалко, что камера не может передать аромат.
Так что попробуйте, приготовьте, у вас получится, это не очень сложно. И что очень здорово, что их можно сделать и заморозить. Когда надо, пожарил. То есть такие зразы готовить можно впрок. Готовьте, подписывайтесь на мой канал. Всем добра, здоровья. До новой встречи на канале Соль и Перчик. Пока-пока.